Здравствуйте, и в этом видео я хочу рассказать о заказе Avon по каталогу 16/2013. Сейчас я снимаю в таких условиях экстремальных на балконе, потому что в комнате невозможно снимать, потому что у нас тут что-то делают, ремонтируют, поэтому я в таких вот условиях. Хочу сказать, что у меня здесь заказ, я покажу кратко мамы и папы еще, кое-какие продукты, и также свои. Скорее всего, буду снимать в два видео, потому что продуктов приличное количество. И давайте начнем. Начать я хочу как раз не своих продуктов. Это у меня каталог здесь тоже лежит, буду, может быть, что-то показывать. Вот такая вот пена для ванны за 99 рублей, белая лилия. Так, сейчас я покажу ее. Это у меня заказывали. Вот такая она маленькая. Вот вся эта пена. Она такая круглая, симпатичная. Сама по себе она прозрачная. То есть никакого цвета в ней нет. Здесь 250 миллилитров. Такая вот симпатичная картиночка новогодняя. Так, что еще здесь интересного? Аромат. Аромат мне понравился. У меня заказывал папа. Она компактная, ее можно с собой взять. То есть, в принципе, пена хорошая. То есть, по аромату так сейчас не получается. Так вот она уже видно, что пенится. Аромат очень приятный, лилии. Вот похож на лилии горденья, но это вот именно лилия такая в чистом виде. Мне понравился аромат. Пена тоже симпатично довольно выглядит. У меня даже и на улице сейчас шумы, и в комнате, поэтому я прошу прощения, очень извиняюсь, но хотелось снять для вас видео. Так, следующее, что я покажу, тоже папин продукт. Вот такой вот крем для рук, такой забавный с оленем. У меня он, к сожалению, пришел помятый, но это ничего страшного. Вот, ну не очень, конечно, приятно, что он помялся. Много печатной продукции у меня в этот раз была помята. И каталоги все, и распродажи. То есть это, конечно, не очень приятно. Вот такой вот крем. Это ухаживающий крем для рук с парафиновым маслом ши для нормальной и сухой кожи. Обычная здесь у нас откручивающаяся штучка. Выглядел он в каталоге вот так вот. 59 рублей его цена. Неплохой крем за такую цену. И вообще очень даже симпатично выглядит. Празднично. Присмотритесь, если кто-то хочет недорогих бюджетных подарков. Так, следующее я покажу, что заказывала у меня мама. Это вот такой вот шампунь, она его берет постоянно. Это ее must-have, это у нас 2 в одном, 400 миллилитров. Шампунь и ополаскиватель, здоровые волосы для любого типа волос. Вот такой весь полностью белый. Даже здесь видно, наверное, его консистенцию. Беленький такой, вот. Вот так. Очень приятный у него такой свежий аромат, мне нравится, но я таким не пользуюсь. У меня вот мама его очень полюбила. Так, следующее, что я покажу, тоже ее продукт. Это гель для душа, новый, зимняя сказка, с роскошным ароматом сандалового дерева и ванили. Крем-гель для душа 500 миллилитров. Так он выглядит, очень симпатичная упаковка, мне понравилась, нежно-розовый колпачок полупрозрачный. Так, ну здесь написано способ применения, срок годности и аромат. Сам он такого кремово-белого цвета. Так, сейчас, наверное, не очень будет видно. В общем, аромат очень приятный, мне понравился. Больше я чувствую здесь ваниль, чем сандаловое дерево. Ну, хотя вместе, да, и сандал тоже чувствуется. То есть как раз эти два аромата ощущается очень приятный аромат. Она сегодня им уже воспользовалась. Ее первое впечатление, что очень понравилось. Хорошо набирается на мочалку. Прекрасно пенится. Вообще очень довольна она этим гелем. Ну и шампунь, я уже говорю, она берет раз третий, наверное. Так, следующее, что я покажу, это уже переходит... Нет, еще мамин один. По модной распродаже мы заказали два наборчика. Я покажу мамин и тогда свой. Вот такой вот набор бижутерии. По-моему, это... Талисман удачи, вроде бы как называется, по месяцам. Это месяц ноябрь. Это мамин. Кулончик здесь такой идет. И сережки. То есть там он был изображен ярко-оранжевого цвета. Это такой ближе, наверное, к янтарному цвету. Это все-таки, наверное, пластиковые камушки, я так думаю. Вот так они выглядят.
В принципе, смотрится неплохо. Маме у меня очень понравилось. И вот здесь вот по каемочке идут такие вот тоже камушки, но они уже все прозрачно-белые. Здесь, наверное, не очень будет видно в записи. И тогда я покажу сразу же свой набор, потому что это мамин набор. Маме он очень понравился. И мой набор — это тоже талисман удачи, только в другом цвете. У меня это месяц сентябрь. Мне тоже понравился этот набор. Вот так вот он выглядит. Это такой синий-фиолетовый насыщенный цвет. Месяц, я уже, по-моему, сказала, что это сентябрь, да. Еще раз повторюсь. Вот так он выглядит. Смотрится, вот по сравнению с ногтем, ну, вот практически как ноготь. Вот. То есть сережки точно с ноготь, кулончик чуть-чуть побольше. То есть не крупные украшения, даже на каждый день подойдут и также на выход. Мерила вчера цепочку с кулоном, очень мне понравилось, ходила вчера, ребенку моему тоже понравился, он любит все такое блестящее. В общем, довольна этим украшением. Это было по модной, нет, по интернет-распродаже, по-моему, стоило 249 рублей, этот набор и тот. Так, и, наверное, последнее, что я успею показать в этом видео, вторая часть у меня еще будет, это лосьон для тела с распродажи, я покажу свой. Вот такой вот из Naturals. Это у нас ухаживающий лосьон для тела, клюква и корица. Очень понравился мне его аромат. Свойства тоже просто замечательные. Я здесь уже приспособила помпу. То есть это не так он мне пришел, конечно, а пришел он с обычной крышечкой. Помпа у меня от очищающего средства для интимной гигиены. Сейчас я покажу вам его консистенцию. Аромат мне безумно-безумно понравился. Такой вот он именно зимний, новогодний. 69 рублей он стоил по распродаже. Очень приятно пахнет клюквой, чем-то сладеньким. Это, наверное, как раз корица. И пряном. Очень приятный. Просто я не знаю, я буду с радостью и сейчас в холод пользоваться этим лосьоном. И также Новый год. То есть и в декабре, и поздней осенью вообще, и планирую всю зиму даже им пользоваться. Очень-очень вкусный, советую лосьон. Так, и сейчас консистенцию покажу.